съм Чики Бамбони, сейчас я просто немножко лазил в интернете и вдруг нахожу видео от Дена. Точнее, видео-то у нас от проекта «Голос», но я настолько ошеломлен видеть нашего, ну, брат, настоящий брат уже. Мне аж, ну все, я был настолько рад, что у меня даже слезки потекли. Я настолько, ну, то есть новость была чертовски неожиданной. Я, короче, это реально шок, это шок, реальный шок. И я сейчас понимаю, что судьи тоже испытают шок, потому что, блин, я просто рад за этого парня. Надеюсь, у него все будет хорошо. Молодец, просто молодец. Ошеломил, мне кажется, он многих. Я, например, был просто в шоке. Ну, смотрим. Он легенда, по сути, потому что это один из тех людей, кто сделал песню, данную песню, легендарно. То есть он ее, знаете, продлил ей жизнь на какое-то время. Посмотрим. Ох, суров, суров. И знаете, да, он взял такую песню, которая, ну, его, наверное, лучше. В его исполнении она прям вот сверкает, прям душа видна этой песни. Поэтому тут люди, сути, должны нажать кнопку. Он завоюет сердца многих. Обсуждайте, обсуждайте. Сейчас он вас уничтожит. Короче, вы, ну, кто знает его, тот понимает, что не хватает сигаретки и кофе. Кто шарит? Это просто легендарно. У меня мурашки, просто мурашки. Знаете, вот бывает, ты настолько радуешься за своего человека, и он реально меня, ну, стал таким родным человеком. Ну, потому что много видео посмотрели, и плюс его выступление я до сих пор помню, но просто въелось в душу. Поэтому я за него чертовски рад. Пускай разносит дальше, уничтожай. Все. Все. За да не изпуснеш нито едно от изпълне. Вау! Все должны быть рады. Рады тому, что вообще, ну, то, что он вообще пришел на это шоу, потому что, ну, все-таки для меня он крутой. Да, конечно, возможно, из-за своего, возможно, такого характера, поведения, он не смог как-то реализоваться, может, полностью, но я за него рад. Это какой-то шаг. Хотя он заслужит, мне кажется, еще большего. Надеюсь, что после этого шоу будет кто-то еще заметит, и постепенно он так дойдет до какого-то триумфа своего, триумфа. Я, в общем, был рад его видеть. Я смотрел это выступление, ну, точнее, не это выступление, а вот именно вообще его каверы. Я ожидал этой мощи, и причем я рад эту мощь снова слышать. Мурашки снова покрыли мое тело, огонек покрыл мое тело. Прям настолько радостно было, настолько радостно и прекрасно его слышать, что вау, вау.
рад, что он живой. Будем следить. Будем следить. Я прям вот все предвкушение. Предвкушение. Это мой. Я буду за него болеть. Тут уже как бы понятно. Понятно. Во-первых, рокер. Уже такой, ну я его, во-вторых, я его знаю, болит до своего, довольно будет приятно. Ждем, 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 еще раз ждем. Давай сделаем чиги-бам, бонни, пока-пока.